Кинешь трейд дарт. Да, ты добежал или еще нет? Не знаю. Вага, это кольцо, никому не надо. А можно бесплатно или нельзя? Ты слушаешь, как ролл происходит? Мейн спек, офф спек, нет? Ну, а если никому не надо? Ты смысл того, что я вот сейчас говорю, понимаешь или нет? Есть мейн спек, а есть офф спек. На мейн спек ролик если шмот за ГБ. Если никому не надо, значит оно и тебе не надо. Оно ж никому не надо. Короче, на мейн спек ролится за ГП, но офф спек просто по роллу шмотки идут. А, я не знал. Ну, все, молодец. Его больше нету. Ладно, что ж теперь. ДДшное силовое кольцо, короче, тоже никто брать не хочет, я его тоже пыль. Рэндж, держите. Вроде не такой. Вроде... Тот самый. Вроде нет. Тот самый. С болезнью. А вот теперь такой. Это челики говорят, такого фрейма фрейда нету, да? Вообще без фреймов игра, не знаю, все ли заметно по анимации. Вокруг других персонажей. Блять, Джануэн, ты чё, рофлишь, что ли? От одной стороны к другой бежал, да? Заебал. Свинная цель на сегодняшний день выполнена, минус бип. Разносит тут, блять, коронавирус. Делать вам нехуй. О, ещё вирус, блять, сагрил. Ну чё началось-то? Скат на хила ушел. Виновата, сова. Вась, побегай. Соберите. Больше всего мне нравится, как Войт в этом в танке. Дальше всех стоит от Рейта. Ну чтоб коронавирус не разносил. Товары его просто рефлектят. ДК, отойди от хила, я тебя прошу. В третий раз просто стой на месте. Пойду посмотрю, что он делает. Да он чуть шамана не убил. Ну, какой-то подарок. Он крайне дохрена времени афкашит. Еще и заразу по рейду раскидывает. Может, это грипп? Два коронавирусника, блять, крестик, черепок, заебись вам, да? Перестаньте их хилить, пускай они умрут. Вы заколебали, я только вверх поднял. Ну что, Войд, хочешь показать класс на боссе? Не, пускай кого-то показывает. Это как это? Протовар сдался? Ну оно вам надо. Не, ну если ладно, вы накуриваете ладно. Нормально, то можно попробовать. Ну там как бы насчет типа full абсорба там на 200%. Ты решил попробовать учить. Именно когда я фраста спекнул сюда. По-моему, тут ключевое слово если.
Объясняю простыми словами. Танк вар и танк паладин — это две разные вещи. Паладин немножко с ренджа может бить несколько способностей. У вара с ренджа только героический бросок. И чтобы мне, блядь, на боссе агро набирать, нужно находиться вплотную рядом с боссом. Там оно как бы наберется без проблем, просто нужно вовремя дать на пул. Тут можно попробовать для прикола. А как паладин может с ренджа бить? Вот посмотри способности свои. Релка. Сколько из них требует находиться вплотную. Священный рывок, по-моему, упало есть. Священный рывок, священный пинок, священный плевок. Вот это священный пинок. Плевок. Ну кроме щита мстителя, который похож на твой бросок, ничего нету. Как это ничего нету? А правосудие? Ну это не такая прям рейндж-абилка. Экзорцизм. А тарелка это... Это хуйня. Сколько молоток? Молотки всякие. Ну куча всяких. Молотки это нет, забей. Там нет рейнджа большого. Давайте, давайте, бафайте, шмафайте. Нет, точно, автомар важно, кружок. Метрами и десятью нету, да? Потом, после рейда обсудите. Босса убьем, скажу, что есть паладина. Значит, на боссе коват, на трэше воет с монаротом. Не забывайте только стопать дамаг. Перевожу. Перебеги. Нелик. Нелик. Чтобы босс не превратился, блять, в камень. Кто там? Ком босс? Парада. Кислый, дай БР по мне. Блять, вообще кого-то в 3000 не вижу. Может, эту не включил, как он называется? Нет, все на нем есть. Появился. Просто вы не вовремя подвели 4 моба ко мне. И агро распределялось на всех. Розария, кулак по себе дай. Перевожу. Анкил агро.
Здесь сальву кинуть по голову. А подожди, сейчас он был побьется. Танкел. Последний раз можно принять. Все, босс участие. 250, уже 500 идет. Перевожу. О, Дарт, смотри, у тебя колечко упало. Я вижу. Вага, хант на шапку. Не лезь вперед по товарах, пекло. Типа жаркий хант просто. Тело по один разбойник шаман надо кому-то на мейн. Да. Шторму надо, у него как раз его будет. Сяди надо. Что продашь? Ну, новенький, хранящий. Вот у меня аналогично. А потом Леха говорит, что у него там на 4, на 5 спеков уже этих шмотков. Из хилов кто хочет послакать на вайш? Я могу. Да мне классный. Кажется, никогда не наступит. Ну давай Элбрил тогда, на вайш идя, на Настик у меня. Тем более на Настю. Пусть щитует. Нормального приста на херового приста поменяли? Вагонов понаберут в рейды. Приста на приста. Шило на мыло, хочешь сказать? Дарт, а что у тебя за странная заметка? Тут же хрен только в левой руке. Что в ней странного? Очень странная заметка. Он сейчас вот ролил кольцо на Энха по мейн-спеку, а в заметке, судя из нее, это вершамбет. Да нет, у него мейн-спек. Исправьте ему на обычную заметку, пожалуйста. Кому не впадло. Сейчас.
А то меня вот эта ебала в заметках очень калит. Голова пал, ах, этот Рогаша. Да, нужна. Дартур. На НХ. Да, новый НХ. Что тебе нравится? Ты меня закалит, блять, одно лишь слово НХ. И относись к нему проще, и называй их не НХами, а просто тотем. Джонни тотем, да? Каждый шаман считает своим долгом, сука, собрать три спека и обязательно НХ. Вот, блядь, ну не прожить без НХ. Не прожить что? Без НХ, потому что у нас гильдия нет ДК. Не отнять, как же не отнять шмот у кота, роги, частично вар. Так, с ДД кто хочет послакать на боссе? Я! Это кто был? Бабл, кто? А, ну ты-то останешься. На ликер и водочный завод. Я бы отошел покушать. Для вас отдельный наряд. 14. Ну что, чернотролля меняю на байера. Чернотролль, ты же плюсанул на замену, да? А у тебя бегать кто будет? Один Деворс, что ли? Козлом еще есть. А, демон, не больно-то побегаешь. Ничего, справится. Да нормально, мы бегаем. Он всегда бегал, кстати, первый раз был. Он молодой, ему еще можно бегать. Ну что, Фарада, настал твой час. Метки, расстановка людей, а я пойду покурю. А я сделал, я теперь понял, что так работает. Нет, так работает только на джайне. А тут уж надо постараться. Каждый встает там, где ему больше нравится, и мы сможем. Садись два. Миша, если мне нравится за инстом стоять, тогда... Ну я вот в подгороде нахожусь, мне нравится. Распредели хотя бы по меткам хилов с миликами. Все остальное сами разберутся. Хил берет за руку милика и ведет его к своей метке. Скорее наоборот. Ой, сейчас я выберу, кого я за ручку возьму сейчас. Коняшу. Я выбираю коняшу. А коняша будет на мобе себе. Так, все, я улетаю. Я в комбате, мне будет неудобно бегать за ним. Коватплейсом? Все, я улетел, Галаран. Присутствие. Бахнуть вар, походу. На присутствие где? При сумонте вагона. Ты же уже в инсте. Короче, Розария, стоишь в кресте, Дартпал в трусах, Мосса плюс Настя, нет, Мосса в рамбе. Шторм, стоишь в трусах, и Настя звезде. Прости, повтори, где Настя? Звезде, Настя. Почуть, а то мне слышно, что тебя мерещится. Звезда, да. Дартпал, трусы. Розария, крест. Мосса, ром. И шторм в печенье. Так, кто у нас тут с голосом есть? Хотя РДД зону, уже, наверное, все правильно.
Миша. Так. Библ в печеньке. Неликс в звезде. Анкил в ромбе. Сядь в ромбе. Кирсгорн в трусах. Я в кресте постою. Делорус в кресте. Полина в печеньке. Женуэн в звезде. Козом в трусах. Ну какой, блядь, кислые Женуэн? Танки у нас? Нет, кислые сова. Мы бегаем же. А, вы с Козом. Козом и Делорус, ты тоже будешь бегать? Да, мы вдвоем бегаем. Окей. Так, кислый, тогда идешь в ромбик. Не пойду я туда. Пойдешь. У меня вон там гнездо. Гнездо. Он туда, там яйца. Отъехал, отъехал, идешь звезду. Кого? Так, Байер у нас что, будет пить, нет? Ты хоть, ну я ему написал, если хочешь, побей, он говорит, ладно. Как бы сдохнет особо ничего, но станет куда угодно. Я ему сказал, где стоять, чтобы не сдохнуть. Бониклайд в печеньку, Редвар в трусы, Коника в ромб. И Вага у нас крест станет, в принципе. Я подумаю над твоим предложением. Миша, куда ты меня поставил? В печеньку. Дайте лапу, лапу. Кто такой Байер? Покупатель по-английски. Ну, я что-то с обвинением или... Ты просто не understand. Ферштейн? Кислый. Жаркий хант. Из джоков у нас тут сыч. Опа, на джоки. Клиенты. Охренеть. Как же... Надо встречного клиента отправить. Короче, давайте к ним. Коваты водят, сопрот за Д. Тут лучше сопрот выпить или нет? Да. Коваты водят в ДД? Товарищи сагильдейцы, если сомневаетесь, что пить, однозначно, что пейте сопрот. А если шнарите, то вы уже на каждом боссе знаете, что пить. Будь перестом и пить все время СПД. Причем на пол. Вага, кого ты воет в ДД или в танк? Нет, вы танкуете с воидом. Мой народ в ДД. А кто скатов танкует? Ты. В смысле я? Танкуешь скатов. Каких нахуй скатов? Ну в смысле вот этих здоровых. Долгоног. Ну, будешь бегать, кайтить. Кто-то их просто кайтит. Есть ДКшка, который будет кидать оковы на них. Кто-то из танков их заберет, разберутся на месте. Просто напуливать сразу. Ну напуливай в кого-то, войд будет этих гвардейцев танчить. Не, наоборот уже. Все принял. Ну наоборот, так наоборот, сами разберетесь. Даю отчет, гуляем. Жужу натвали. Мне кажется, он часто это слышит. Там что-то сагро. Ангел, аккуратно. Я скину еще. Thank you.
Дайте подамажить, не отвлекайте меня в личку. Писанины, задолбали. Крест, зеленый крест, крест. Правильный звезда. Этот идет хуй, хуй! Это что? Новое. Если его не пускает, а доебется. А кто-нибудь видео записывает? Это просто новая фраза для ДБМа мемного, по-моему. Я смотрю стримы, это забавно. Моё пати всё падает. Людей убивает. Там тело сейчас. Ну что ты? Оковы-то не кидает никто. Ледяные оковы ДК, поэтому подстраннику. По долгоногу дайте ледяные оковы. Крест, крест, крест. Женуэн, БР, Казум. Не вовремя выскрестумать. Женуэн, Жужин, слева, Казум, слева. Потерял-то. В другую назад. Сторону воюй. Прицепал. Блять. Правильно, правильно. Вот. Мне даже интересно, с какой ехал. Стороны влево считать? Странник. Тут круг как... Он стоял ебалом к Вайше, я ей говорю, отъехал слева. Отъехал сюда, иди вправо. К звезде. Отъехал, иди к звезде. Не флудите. Отъехал ты тут. Вы, странник, это будете замедлять? Отъехал, оковы просто под КД по спрайдерам, да. Зеленый в печеньке, ребята, переключите. Зеленый в печеньке, быстро. Отъехал. Ты видишь звезду? Со мной бегай. Со мной пошли и со мной бегай. Вот тут встань и стой. Библ, тебе перекинула. Ты ближайший был. А, Библ, кидай Казум. Пошли. Опять вылез. Нага поразил. Ромбик. Ромбик. Ладно, я к нему, он ко мне. Зеленый в ромбике, ребят. Быстрее. Казум кидай. Высокого хуярить. У меня нет его внутри. Кто забрал? Босс, босс. Ой. Высокого. Замедляйте высокого. Станьте босса к себе. Я сейчас вижу. КД. Паска там играете. Кто хуярит в рейд? Отойди, пожалуйста. Сова, ты видишь кислород? Кислый. Кислый, со статиком выйди, ничего ты. Нормально хп бьет накрутить. РДД, скатов наверху убейте, пожалуйста. Пуливайте по педагогу.
кислый. Кто такой Тенмингол и со мной одновременно? Сорник. Жожен. Жожен. Нормальный такой пролог. А на воронке по ГП еще, да, отсюда? Нет, это я не туда нажал. А как? В смысле, все в ГБ? О, шапка. Кроме Дартов никому эта Дарт, шапка поздравляю. Больше не нужна. Да, да. Да, по единственному. Ну, типа, на мейн вряд ли кому-то тут еще надо. Дайте в шатры порт. Одного ранка по третьему кругу разряли.